Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Скелетор, и сегодня мы продолжаем наши хардкорные приключения, или же летние, называйте как хотите. Итак, я сейчас установил себе новый ресурс пак, называется, давайте посмотрим, как называется. Вот, Chroma Hills называется, это ресурс пак, мне он довольно-таки понравился, слушайте, ну, выглядит довольно-таки уютно, красиво и все такое. Ладно, и смахивать на реализм, давайте убьем этого зомби, чтобы не мучился, ему ведь, наверное, не очень удобно в таком мире жить. За огромный мир, где он вообще находится? А, вот он. Ну, выражение его лица, ясно, что ему как-то плохо тут. И тут у нас какая-то у нас гнилая плоть. А, слушайте, да, это похоже на гнилую плоть. Ладно, давайте сейчас отправимся в шахту, как мы и планировали в прошлой серии, но тогда не получилось. Ладно, нам нужен, конечно же, разные предметы нужны. И давайте сделаем звуки потише, а то слишком как-то громко. Вот. Итак, у меня есть железо, много железа и дерево. Тоже дерево есть. Так, дубовые доски, отлично. Конечно, еще нужно привыкнуть к этому ресурс-паку. Просто инвентарь еще такой вот не очень хороший. Так, ладно. Давайте сделаем железную кирку, чтобы, конечно же, быстро рыть. Быстро, вот так, вах, быстро, вах, быстро, быстро. Так, давайте железный меч сделаем. Я, конечно же, броню бы сделал, но мне не хочется ее делать. Экономия нужна мне. Мне нужны факелы, картошка, картошка. Вот с едой у меня немножко проблемы. Давайте пожарим сейчас еду. Где мой уголь? Уголек, вот он. Вот, пускай жарится еда. Ну, анимация такая неплохая. Давайте сейчас покажу вам пока что округу. Как тут все выглядит в округе с этим ресурс-паком. Ну, не знаю, мило, мило, я скажу вам. Ребят, выглядит. Ой, листочки, конечно, тут. Слишком реализм. Я буду, кажется, каждую серию менять ресурс-пак, пока не найду неподходящий. Ладно, это то же самое, что и Fateful. Хотя мне нравится с ресурс-паком новым играть. Это хотя бы, знаете, вот, приносит какое-то счастье в Майнкрафт, какой-то интерес. А так, как-то в Майнкрафт там со стандартом неинтересно уже. Устарело. Ну, ладно, идем так, значит. И что ж, приключения ждут нас. О! Скелет услышал. Ну ладно, я не буду отклоняться от курса. Получается, где-то сбоку, сверху, слева, справа, внизу, где-то есть пещера. Ну, наш курс вниз. Так, мы на 50-м блоке сейчас. Уголь я пока что буду пропускать, потом добуду. Вот эта скорость мне нравится. Так, давайте факел поставим. И, кстати, тоже выглядит таки интересно, даже классно. Опа, еще одна пещера, то есть мы где-то в районе пещер. Но, как видите, мы на пещеру не наткнулись. Ладно, как я уже говорил, отклоняться не будем. Может, даже сейчас алмазы найдем, это очень будет хорошо, это очень классно. Что за блок? А, диорит, ясно. Так, значит, вниз, вниз и только вниз. Сюда фикелок. И мы на высоте 33 блока. Не алмазная высота, я в том смысле то, что нету тут алмазов, они только 16 блока появятся. Но, ладно, хотя бы железо. Железа тоже нету, хотя вдруг он замаскировался, вдруг ресурс какой-то такой вот маскирует. Ну, это вряд ли, конечно же. О, еще звук пещеры, то есть летучая мышь тут есть. Мы вокруг пещер ходим. Уже третья пещера, и я на нее не наткнулся. Ни на какую. Это на золото, я полагаю, да? Золотая руда. Ну, ладно, золото есть золото. Сойдет, в принципе. Я не откажусь и возьму. Давайте тут все залатаем. А вот булыжник мне нравится, текстура у него. Так, значит, идем ниже. Так, на 20-м блоке уже. Это у нас гранит. Ну, я, в принципе, так и знал. Ладно, мы сейчас будем на алмазной высоте. И, ребят, мы на алмазной высоте. Да, все, вот мы на алмазной высоте. Можно, конечно, теперь тупо прямо рыть, но это неэффективно. Я буду рыть хотя бы, я не знаю, до 10-й, наверное, высоты. Вот эта высота мне интересна. И тут можно сделать что-то типа туннельчика вперед. Такой у нас будет туннельчик. Может быть, я буду рыть прямо, пока алмазы я не найду. Или хотя бы до пещеры дойти нужно. Хотя на 10 высоте это редкость, надо где-то вот в середине было искать пещеру. Ну, сейчас я пророю вперед. Попробую хотя бы, я не знаю, эту кирку сломать.
кубка на ней ударов осталась. На ней осталось 98 ударов. Ну, так, о, есть ресурсы. Это железо, я полагаю. Это, да, железо. Ну, вот какие-то есть еще ресурсы, кроме золота. Так что давайте рыть вперед. Может, сейчас алмазы найдем. Это будет очень хорошо. Даже очень здорово. Так, еще железо. Мне хотя бы хватит на железную броню, ребят. Хотя мне там вообще мало железа, так что мне нужно около 20. А так у меня только 11 штук. Нет, это мало. Я слышу летучую мышь. Она где-то повсюду. Но ее не видно. Эх, печалька. Ну где ты, где ты? Отзовись. Блин, как раз уже алмаз нашел. У меня уже какие-то глюки. Ладно, идем вперед. Сейчас уже кирка, кстати, треснет. Это будет не очень хорошо. Сколько мы вообще прожили, интересно? О, ну так нормально. О, лава. Звуки лавы. Это тоже знакомо. Эти пуканья. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Итак, сейчас у нас... А, не-не-не, все ясно, все ясно. Это что? А, это редстоун, блин. Я уже думал, что это какая-то офигенная руда. Нет, это редстоун. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Хотя бы сколько редстоуна. Ну, конечно, конечно. Ну, нет-нет, не ломаться, будем ломаться. Да-да-да. Хорошо, ясно. Ладно, давайте пещеру искать, что ли, если мы пошли уже вверх. Какую-то винтовую лестницу делаю. Ладно, ладно, попробуем так найти пещеру. Так, значит, давайте тогда лучше вправо будем идти. Я реально тут как-то, я не знаю, гуляю. По звукам она где-то там. Так, значит, идем туда. Пром вверх. Ну, хотя бы железо нашел с углем. Хоть что-то. Так, давайте тогда будем железо. Ты реально пещеру сейчас полностью разрою. Какие-то будут лабиринты тут. Ладно. Значит, до сюда ударуем. И пойдем туда вот. Мне хочется туда. Ну, железо хотя бы нашел. К железу привело. Вот она где-то близко. Она где-то наверху, что ли? Нет, где-то там. Нет. А где она тогда? Я что-то, ребят, не понимать. Ну, если не тут, не тут, не тут, тогда и не наверху. Я не знаю, где. Ладно, будем туда идти. Гребаная земля. Весь кайф испортила. Ну, ребят, она... О! Нашел, наконец-таки. Итак, ребят, это какая-то небольшая пещера. Ладно, летучую мышь я не буду убивать. Давайте эту гребаную воду закроем. О, сейчас плотину построим хотя бы. Все, небольшая плотина готова. И давайте да будем спокойно железо теперь. Так, значит, много железа нужно. Очень много. На запасы прямо. Ну, блин, я назло как раз одну кирку уже потратил, и это тоже скоро умрет. И нашел пещеру. Вот что Майнкрафт со мной делает. Ну ладно, это же хардкор, хардкор, да, не расслабляемся, типа. У нас такая, типа, система. Хотя, ну да, я помню, как в пещере меня взорвал крипер. Так что да, нужно не расслабляться и быть бдительным. Но у меня это не получается. Ладно, давайте закроем воду тут. Ой, ее, блин, закрывать-то впадло она. Я не знаю, сколько она течение идет вообще. А, вот. Все, воды нету. Высушили мы эту землю. Еще железо. Какой сюрприз. Опа. Блин, не получилось. О, о, отлично. Пока вода жива. А где зомби? Ладно.
Мы, к сожалению, не на алмазной высоте. Уходи, уходи, отошел. О, отлично. Стало как раз поспокойнее. Вот еще железо. Много железа не бывает. Хотя нет, бывает. И вот тут просто дофига, ребят. Какая-то железная пещера получилась. Так, сколько у меня еще железа? О, уже почти стак. Ну все, уже стак, по крайней мере. Так, хорошо, значит, идем дальше. Уголь, уголь у меня не так уж и много. Давайте его добудем. Давайте хотя бы 16 штук добудем. Это на стак факелов хотя бы. Так, 11 есть. Зато я опыт не буду терять, потому что я же как бы на хардкоре играю. Все, 16 штук у нас есть. Значит, идем добывать более нужные ресурсы. Воду нафиг закрываем. Кстати, тут у нас лазурит. Если не алмазы. Нет, это лазурит. Ладно, давайте его сломаем, добудем. Все-таки может как-нибудь пригодится. Все, так у меня уже 41 штука. Угу. Тупик. Ну где-то про... А, нет, все, не тупик. Отлично. Воу. Есть кто... Ой, золото. Но это мало. Золота мне мало будет. Или стоун. Ладно. Что у нас тут? Тут у нас продолжение какой-то пещеры. И тупика я что-то не вижу. Так, тут у нас что? Тут у нас... Ага, железо опять. Ладно, пофиг. Тоже добудем железо. Все-таки как-никак он не вечный и не бесконечный. У нас он рано или поздно закончится. А броня тут на хардкоре нужная вещь, кстати. Так что сделаем обязательно броню. Я могу, конечно, еще зачаровать ее. Хотя нет, не могу, мне же еще там зачарку нужно как-нибудь сделать. Найти ее, все такое. Ах, ладно. Опа, есть, мы взяли. Отлично. У меня 15 уровень, кстати, это очень даже хорошо. Так, идем, значит, вниз. Где там был рацион и все такое? Ага, значит, наверху. Или мы оттуда пришли. Да, мы оттуда пришли. Ладно, возьмем вот этот стоун. Так. Итак, отлично. У меня, по крайней мере, уже есть стак редстоуна. Офигеть. Так что, это закроем все. Золото. Неплохой ресурс. Так что, идем дальше. Угу. Тут у нас... На каком глубине? 11. То есть, алмазы тут могут быть. Но я их, к сожалению, не вижу. Хотя, сейчас откроем беды. Что-то как-то не видно. Опа, скелет и крипер. Плотная схватка. Ну давай, ну давай. О, у меня мало хп. Фу, блин, мало хп я даже не заметил. А с едой у меня проблемы, ребят. Ладно, пускай немножко подольше. Подержусь как-нибудь. Так, я ничего ценного не вижу. Ладно, давайте сломаем эту руду. Сюда еще не хочу идти, мне страшно. О, золото. И железо как раз. Ну, сейчас у меня уже кирка сломается, по крайней мере. Пофиг. Нормально потрачу ее на нужные вещи. Ох ты, сколько его тут. Так, тут мы все, закончили наше изучение. Давайте эти, сколько тут ударов осталось. 11 ударов на алмазы попробуем потратить. Нет, нету, нету. Ладно, я хаваю. Так. Пока ничего, ничего. Нет поиска результатов. Железо добыть, что ли, может быть? Ладно, у меня есть идея. Опа, продолжение пещеры.
так, ну это бессмысленное предложение. Ладно, я пофиг, я добываю железо, как хотите. Мне надоело алмазы искать. Так что давайте это добудем сейчас все. И пойдем нафиг отсюда, из пещеры. Ну, ну все, кирка сдохла. А у меня и зато почти два стака железа. Это очень хорошо. Ладно, результаты поиска у нас все-таки хорошие, да. Тут можно дальше изучать, потом приду. Но сейчас остается дожить до возвращения домой. Если меня, конечно, до смерти не забьют. О, отлично. Молодец. Хорошо сработан крипер. Если что, тут скучно, так что я поставлю тут факелы. Не буду сюда идти. Так, это все игнорим. Так что идем наверх. По факелам. Так, 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 так. Мне кажется, сейчас кругами иду. Или... Лол. Ребят, я походу потерялся. Блин, я сейчас... О! Ребят, плохая новость. Я могу от голода умереть. У меня мало еды. Гнилая плоть есть, точно, вспомнил. Ну, фу, хотя бы какой-то расслаблон есть. Расслаблюсь, расслабиться можно будет. Ага, я оттуда пришел. Все. Значит, уходим отсюда. О, блин, там еще подниматься, это все впадло, ребят. Если я умру от голода, то это будет вообще нелепая смерть. Я не знаю, насколько это тупо будет. Так, воду мы закрывали, значит, мы пришли... Отсюда, что ли? Ребят. Ребят. Что я нашел, ребят? Это... Вы понимаете, что я нашел? Я нашел данж. Портал Вент тут находится. Это же просто офигенно, ребят. О, да, ребят. О, это очень хорошо. Мы нашли данж. Портал Вент, не просто данж, а... Блин, это... Очень хорошо. Мы вышли отсюда. Нет, мы не вышли отсюда. Ну, это очень хорошо. А что у нас тут? Ничего. Фуф, это очень хорошо. Но, ребят, я не знаю, возможно, это даже не пригодится мне, если я умру. Печально все, да? Я хочу выйти наверх, кирки нету. Что делать мне? Ох, это очень плохо. Это, ребят, очень-при-очень плохо. Ой. Ладно, пробуем съесть ее. Так, и стоим так 30 секунд, получается. Ну, сейчас я пробую не бегать активно, чтобы у меня не потратилось кусочки еды. Так, ну и хотя бы сейчас хп восстановится. Так, пожалуйста, не тратьтесь кусочки еды. Давайте еще 10 секунд можете поставить. Ну, блин, нет, это плохо. Блин, теперь хп не будет восстанавливаться. Ну, она у нас фулл хп. Ну, хотя бы два кусочка еды потратил все-таки. Плюсы есть, то, что у меня было меньше намного. Закусонку это мы съели. Экспресс. Ладно, я постараюсь не бегать мне. Ну, это минус пещер, тут можно потеряться. И это очень плохой минус. Особенно, когда ты играешь на хардкоре, тебе нельзя умереть. А, я тут был. Или не был. Сейчас я посмотрю. А, нельзя бегать, точно. Я тут был, ребят. Это мы пришли в начало, короче. Вообще не подходит. Вообще. Не, мы там были. Эх, ребят, там точно нет. Ну, значит, это где-то в этом районе все находится. Мы должны где-то в этом месте найти выход. Ой, ребята, только поел. Мне уже... Умерла. Умираю, все. ХП мало. Эх. Так, мы там были точно. Ну что, ребят, за херня? Я не понимаю. Мне кажется, это спамлер. Ладно, похрен, придем сюда. Ну и что, поменялось? Ничего. А дверь в воздухе, это нормально. Лестница. Эй, ребята, я не сюда пришел. Мне не сюда надо. О.
Получили мы жемчуг. Опять нет, ребят. Напугал. Тут же спавнят, что ли? Я не понимаю. Я не понимаю, ребят. Мне надо сваливать отсюда. Скелет не трогает меня. Отлично, игнорит. Ладно. Хотя бы мы получили опять эти бомж-пакеты. Так что давайте сейчас их поедим. Так, и просто сейчас стоим опять 20 секунд, потому что атаковать не вариант. Хотя мне останется 4 бомж-пакета, сейчас жизнь еще восстановится. Так, стоим, стоим, отлично, просто ничего не делаем. Так, я сейчас пока что буду вспоминать, как отсюда выйти. Хотя я почти не помню, блин, ХП уже больше не восстановится. Ну ладно. Ну, как, в принципе, та же самая система, только 2 этих единицы голода снимает. Ну ладно, идем, значит, дальше. Мы ненасытные мы. Это тоже не туз. Я сейчас просто сойду с ума. Так, ребят, нужно вспомнить, как я пришел. Была вода, это ясно. Вот тут, например, тут закрыто. И она откуда-то стекала. Сложный выход, очень сложный. Ой, ребят, вариант... Есть вариант спасения, я придумал. Да, это, конечно, сложненько получается, да, вообще. Но у меня есть зато идея. Довольно-таки неплохая. И факелы закончились. Ну ладно, попробуем использовать мою идею, мой план, точнее. Выживать в пещере будем сейчас. Так, значит, идем к этому зомбаку, да, гнилой плоти входящий. Ну, сейчас побольше мне сняло. Так, вот оно, вот куда мне надо. И ломаем эти доски, мне нужно 6 досок, получается. Сейчас мы их сломаем. Оу. Ладно, 3 есть. Я просто хочу сейчас сделать кирку тогда по-быстренькому. Вот, досталось, по крайней мере, 2 кирки только. Ой, точнее, одну доску сломать. А что у нас наверху? Интересно. Сундук. Оу. Блин, ребят, плохо. Нехорошо получается. Сундук. Яблоко. О, да, это спасение. Да, то у меня вообще почти хп нету, сейчас восстановится тогда. Итак, мой план таков, то, что сейчас будем выбираться наверх. То есть давайте сделаем верстак. А! Неправильно. Это экспресс выживания. Такое бывает, когда теряешься. Давайте на всякий случай 2 кирки сделаем. Терять, по крайней мере, нечего. И что ж, идем отсюда. Пофиг на железо, мне главное выбраться в живым. Ага. Ребят, знакомая местность. Ну почему я только это сейчас обнаружил, ребят? Ну, это закон подлости называется. Я нашел, по крайней мере, выход, но, блин, ребят, ну, так получилось плохо, конечно. О, боже, ладно. Я что, придется смотреть наверх, конечно, все такое, выживать. Ну нет, мы просто нашли выход. Ну, ладно, хотя бы есть чему радоваться. Давайте сюда уходим отсюда. Нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Так, и, честно, что сейчас на улице? Это такой вопрос меня все время мучил, когда я где-то в пещере нахожусь. Что на улице происходит? Ладно, то есть пробегаем сейчас, проходим. Ну, хотя бы мы знаем, что есть данж, даже обнаружили его. И как-нибудь потом в будущем придем, наверное. Да, конечно, с такими вот хорошими ресурсами. Это же там есть сундуки, то есть, может быть, алмазы, все такое. А там еще есть библиотека. Там тоже хорошая вещь, библиотека. То есть, мы там найдем чего-нибудь. И серия довольно-таки длинная получается, ребят. Уже сейчас будет 25-я минута. Это достойно лайка. И вы молодец, если досмотрели до этого момента. Терпеливые.
Я вижу. Все, уже 25 минут. Ну вот, ребят, хотя бы есть какая-то такая огромная цена, то, что мы сюда вернулись. Сейчас я буду переплавлять железо. Ну что ж, спасибо, кто смотрел. С вами был Скриптор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.